Очередной день у нас в Волгограде. Надеемся, что последний. Ну, надеемся, что ребят нас отпустят. Потому что мы уже здесь что-то вообще залипли. А мы едем. Из-за чего мы сегодня еще остались? Мы едем на матч Ротора против Луча Владивостокского. Я там тоже, кстати, был у них на стадионе. А Ротор еще, к тому же, пытается выйти в премьер-лигу. Он сейчас на третьем месте находится. Там Химки и Торпеда. Борется тоже с ним. Они сейчас на первая-вторая строчка. Первая Торпеда, вторые Химки. И вот третий Ротор. Ну и к тому же еще мы едем сейчас вот в сторону нового стадиона. Посмотрим как раз на стадион. Остальные места мы уже не будем смотреть. Но вот хоть что-то от чемпионата мира мы еще глянем все-таки. Ну и пока классная погода. Мы никуда не торопимся. Так что надеемся, что холода нас не успеют накрыть сверху. Родная Спартановка. Опять тот самый рыночек. Мы просто уже без ума от него. Еще так совпало, что Евгений Савин, тот самый, который канал Красава, снял видео недавно, как раз таки про Ротор, он там тоже, оказывается, играл. Ну и, в общем-то, вот так вот сюда у нас совпало, что все в то же самое время, и пока мы еще здесь, и вот поэтому мы еще решили остаться, задержаться на денечек и сходить посмотреть на новый стадион. Отличный матч, говорят, там очень много будет болельщиков, посещаемость типа очень хорошая прям у них. Ну и надеемся на суперский матч, на ажиотаж, веселье, крики, едем тусоваться. Кто съел мою лапшу? Сама как лапша. Вообще не... Ребят, всем привет. Я вообще не знаю, куда мы едем, что там Саня вам объяснял. Знаю, что мы едем куда-то на стадион. Зачем? За футболом. Погнали. Классная тема, наконец-таки сниму вот такие вот ящики по сбору макулатуры. Мы просто сталкивались недавно у себя дома, что нужно было куда-то сдать книги старые. И не могли никак ничего найти, придумать. А здесь вот такие вот ящики очень удобно прям. Ну и вот парк, который раз мы уже здесь едем. Классный, красивый, под солнышком вообще все так замечательно выглядит. Даже типичные русские дворики, ха, те самые. Мы тут уже знаем лазейки, потому что по местным пандусам вообще невозможно ездить. Мы вот так вот все объезжаем немного, чтобы попасть на тротуар. Ну и вот опять, просто объезжаем эти поребрики. В лучшем случае это происходит вот так, а в худшем случае мы едем прям вот так, потому что прыгать по этим пандусам вообще просто нереально уже становится, уже надоедать начинает. Мы едем просто по дороге, ну и не без этого вот. Ну вот архитектура нас вообще впечатляет, конечно. Смотрите просто, какие домишки. Я бы хотел там жить, наверное, даже. Вот он, красавец. Куда мы едем? А подскажите, пожалуйста, куда лучше нам вот взять билеты, чтобы, ну так... Ну вот сейчас возьмете С-223 или 219 пониже, и будете приблизительно там, ну, хорошо видно будет. В середине, да? 223? А, вон там, ага. Спасибо. По 100 рублей какие-нибудь, какие есть места? Б-122 по 100 рублей. Б-122. Это прям за воротами, да? Да. Ага. И все? Да. Ну ладно, давайте. Давайте два билета рядышком там какие-нибудь. 200 рублей. Ага. Без налом. Без налом. Складывается карта? Да, да. Скажите...
Скажите, пожалуйста, а велосипеды там можно куда-нибудь будет поставить? Велостоянка где? Знаете? Нет, на территории стадиона нету. Ну ладно, сейчас поищу. Только в камеру хранения пройдите, там узнаете. Спасибо. Все, билетики мы взяли, только что-то пока с велосипедом не ясно. Надо уже проходить на стадион, уже почти 5 часов вечера время. А игра начинается в 6, так что пойдем быстрее узнавать, куда нам поставить велосипеды. И погнали смотреть футбик. Стоянка была возле 4-го гейта. Ну, ее убрали. Убрали уже? Да. Ну, так, наверное, вот здесь где-нибудь ставьте. Вы серьезно? Ну, у вас с этим? Ну, да, да. Ну, просто здесь камера, заодно и проверим безопасность. А ну, а что здесь будет? Да нет, 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 мы так. Вон, дураков вон, набег на всем человеку стоит. Мы не придумали ничего лучше, как все-таки поставить здесь велосипеды. Проверим их безопасность. На за любой движок. Главная страничка паспорта. Так, все, мы уже здесь, вот он. Стадиончик. Красавец вообще прям. Какое-то прям птичье гнездо. И мы уже подписались вон на движуху от Олимп. Вот эта вот букмекерская контора. Сейчас пойдем проверим свою удачу. Первый беспроигрышный приз. Спасибо. Нам уже тут нравится пока что. Прям все на уровне пока что устроено. Ой, недовольное лицо. Проверяем прямо свою здесь удачу. И сейчас. Что для этого нужно сделать? Все очень просто. Скачать. Короче, мы так у нас ничего не получилось с этим розыгрышем. Хотели нас на 100 рублей развести, там еще всякие регистрации. Хотели банковскую карту туда ввести. Мы сказали, что нас нету. Естественно, мы же не дураки. Ну и, в общем-то, ничего не получилось. Ну ладно. Пока сейчас вот здесь немножко еще прогуляемся. Пока есть время немного. Здесь вообще прям, конечно, очень красиво. Всякие вон телевизоры большие, вон там еще один. Тусовки, медицинская помощь. Все есть вообще. А нам вот на Б будем за воротами сидеть. Самый дешевый билет, потому что там... Ну, мы потому что не шарим еще. Первый раз на футболе. Даже я со своим опытом, и то первый раз вот на таком вообще стадионе, да и в принципе вообще на таком футболе. Вон тоже дополнительные еще поля, ну одно пока что мы видим. Стадиончик вообще, конечно, суперский, тут все так уже, конечно, подмазано, но ничего. Выглядит, конечно, шикарно просто. Травка, плиточкой все уложено, все так чистенько, красивенько. И вон там еще Волга. Красавица. А подскажите, пожалуйста, где здесь туалет? А вот прямо видите, девочка нарисована. А с левой стороны будет мальчик. Ага, спасибо. Спасибо, девочка. Где девочка? Куча вот всяких конфетки, бараночки вон продаются. Так вкусно пахнет тут. Очень вкусно прям пахнет. Ну а мы уже в святая в святых практически. Сейчас мы только сейчас сходим в туалет. И потом уже вон туда пойдем дальше. Довольно-таки неплохо. Куча мест всяких. Чистенько, уютненько. Все, погнали. Охрененно вообще. Волгоград, арена. Красавец, стадион. Народ пока что, правда, не так много. Вообще прям пустые пока что еще эти трибуны. Но, надеюсь, скоро они заполнятся. И будут орать.
за местную команду. У нас прям за ворот места, получается, мы взяли, потому что тут самое дешевое. Будем уворачиваться от мячей. Ну и, блин, хоть в одни ворота будем смотреть опасные моменты. Потому что там с центра, и, по-моему, там продавались верхние вот эти места. Ну, было бы, наверное, далековато немного. Еще и дороже. Чуть лоханулись, матч-то оказывается в 7, но в 6 по московскому, а мы пришли в 6 по местному, а здесь в 7. И вот нам придется гулять еще целый час. Собственно, поэтому никого и нет на стадионе еще. Че там, почем? Сэндвич 150, да все, все булки по 150 рублей, кроме чипсов. Кроме чипсов по 50, кофе 50 рублей и чай 50 рублей. Хотели попробовать лифтовой холл для инвалидов, но он закрыт. И еще один закрыт. Мы сейчас пойдем наверх, поднимемся немножко оттуда, пока поснимаем. Что еще делать? Куча времени. Скучно. Минут 40 до матча, вон народ уже начинает появляться. На нашей трибуне тоже. И вот команды вышли разминаться. Сейчас чуть поснимаем, как они разминаются. Hey, man, what's wrong with you? Конечно, такие себе болельщики, но так как мы в Волгограде, и так как все так все сложилось, мы будем болеть за Ротор сегодня и, наверное, до конца сезона. ФК Тамбов вышел в премьер-лигу в том году. Давайте, Ротор, теперь дело за вами. Мы не можем просто себе позволить за кого-то других теперь болеть. Так что вообще надо прям быть начеку сегодня, а то можно получить ненароком. Газончик просто идеальный вообще. Я извиняюсь, что я только луч снимаю, разминку, потому что мы все-таки с этой стороны сидим, а местная команда Ротор вот там разминается. И там, кстати, вот болельщики будут. Вон Ротор Ультрас. Нас туда даже не пустили.
Свисток был, трибуны уже заполнены, погнали. Будем наслаждаться прям вот так вот, из-под стекла. По-моему, судья назначил пенальти. Еще желтый дал карту. По-моему, сейчас уже будет 2-0 после 5 минут. Чуть 3-0 не стал на 12-й минуте. Вообще горячая игра. Пока все опасный момент вот у этих ворот. Хорошо, мы выбрали позицию, но второй тайм нам придется скучать, скорее всего.
зеленый, сейчас еще одна желтая была. Почувствовать просто эту атмосферу. Я постараюсь побольше тут поснимать, как все орут вокруг и поддерживают свою команду. Первый тайм закончился, счет 2-0 пока что, Ротор ведет. Надеемся, второй тайм будет такой же. Хотя нам тоже интересно здесь, чтобы какие-нибудь моменты были. У Луча одна штанга, по-моему, всего лишь была, которую я, скорее всего, снял. Ну а так, атмосфера охрененная, стадион просто суперский. Болельщики, что еще нужно вообще? На таком стадионе только кайф играть. Погнали, второй тайм начинается. Луч, походу, будет давить в это время все.
конечно, более сдержанный получается, такой почти без момента, и в полумоментике. Зато атмосфера все еще офигенная просто. 80-я минута пошла. Вообще просто охренительно. Первый раз на таком матче мы находились. 13 тысяч зрителей было сегодня на матче. Вообще, Ротор, поздравляем с победой. Ну и продолжайте в том же духе. Осталось вам чуть-чуть, и вы в премьер-лиге будете. Ну и вот вам ночной стадион сблизи. Красавец. Наш велосипед вроде на месте. Мы, походу, мы приехали сюда одни на великах. Я спросила, где велостоянка. И я еще спросила, мы что, тут такие одни? И мне говорили, что да, вы, наверное, такие одни. Здесь нет велостоянки. Ну что ж, мы устроили для себя свою собственную. Да, это будет такое вот бонусное видео. Оно будет вот сегодня, я надеюсь, я его смонтирую и вот прям сразу выложу, постараюсь. Короче, оно будет не по порядку у нас. Вот. Да. Но оно, в принципе, как бы не про велосипед, а про футбол больше. Так что... Ну, вот такой вот видосик будет вам.